Республиканский дом, специализированный дом ребенка, благодарить за помощь, оказанную деткам. Всем большое спасибо, кто приложил руку и сердце. Мы благодарны за помощь, за памперсы, за игрушки, за палатку, да, за внимание и заботу. Да. Всем спасибо. Палатка вам предоставлена международным и германским благотворительным фондом «Мост мира. Помощь жертвам войны». Приехала целенаправленно с Германии. А это все спасибо нашему спонсору, который вот все остальное передал. Спасибо спонсору. В доме специализированный дом ребенка получил, все доставили нам. Спасибо. Спасибо большое. В расположении дома ребенка города Макеевки Донецкой Народной Республики получаем очередную помощь. И помощь очень существенную. Памперсы, игрушки детские, там, что еще подскажите? Салфетки влажные. Все это необходимо для наших детей. Так что большое спасибо всем тем людям, которые были такие добрые, внимательное по отношению к нашим заботам и разделили наши, кажется, трудности. Большое спасибо. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Еще спасибо раз. Вам. Спасибо. Я хочу огромную благодарность отдельно выразить Саламат за ту помощь, которая оказала нашим несчастным детям, которую самую трудную проблему нам надо было решать. И она очень хорошо нам помогала. Человек с большим чувством, с сердцем, и понимающим наши проблемы, поэтому огромное ей спасибо за ту помощь, которая была оказана.